Привет всем! Я бывший продавец мороженого. Об этой теме я знаю все. Вы знаете, что такое работать продавцом мороженого? Это очень-очень сложная работа. В этой работе самые жуткие продавцы мороженого – это женщины. Они обманывают детей, они обманывают мужиков, они делают так, чтобы вы покупали большего мороженого. А заведует этим всем Дедушка Мороз и Снегурочка. Когда вы заболеваете, это сговор с медициной. Сговор с медициной. И там вы оставляете деньги после того, как вы съели мороженое. Вы знаете, какое бывает мороженое? Мороженое бывает разное. Пломбир, шоколадное, фисташковое. Но так или иначе, переедание этим мороженым ведет вас к тому, что вы попадаете к врачам. Это сговор, который нужно остановить. Не думайте, что это все просто так. Я знаю о мороженом абсолютно все. Каждый мороженик пытается из вас вытянуть не только деньги, но и ваше здоровье. Когда вы покупаете мороженое своим детям, сразу думайте, сколько вы денег отдадите врачам. Вы понимаете, что это такое? Это же сговор. Это просто сговор. И я об этом знаю все. Я долгое время проработал. А вы знаете, как сделать много денег на растаявшем мороженом, делать коктейли. Это сговор, это однозначно сговор с производителями мороженого. И я об этом знаю все. Всем привет, с вами Борис Маркелов. И это была пародия на Белого Соболя, которая рассказывает про тюрьму. В принципе, можно абсолютно про любую профессию придумать многого всякого разного. Сколько у нас там бывших? Бывших банкиров, бывших вертухаев, бывших людей там из каких-то странных структур. И каждый завел себе канал. Кстати, не забудь поставить лайк этому видео и донат отправить. Ты же хочешь видеть следующую серию? В следующей серии я тебе расскажу о страшном сговоре палаток шаурмы. На этом я заканчиваю. Всем привет.